будем готовить консервы из корюшки. Сначала корюшку где-то надо раздобыть, затем почистить от шелухи, от чешуи, и вот таким вот способом вычистить. Так. Раз. И все кишки остаются вычищенными, а икра остается внутри корюшки. Так, корюшку почистили, промыли, обволакиваем, оборачиваем, не знаю, обмакаем муку и на сковородку. Каждую корюшку обжариваем. Добавляем масло. У меня ассистент работает сегодня. И вот так вот. Вот так. Каждую обмакнули, обмакнули и обжариваем. Затем специи добавляем, лук. Лука побольше. Ну, любим. Вот. И обжариваем. Так вот, с двух сторон с луком, со специями обжарили корюшку до золотистой корочки. Затем вкладываем горшочек керамический горшочек слоями, как это, типа салата под шубой. И немножко так поплотнее можно. Вот такой аппетитно выглядит, ароматно. Целиком так рыбу, чтобы она поменьше разваливалась, по мере, конечно, возможности. Обжарили с двух сторон, ну, минут 15, наверное, 20. Затем берется томатная паста и покрывается рыба. Томатной пасты побольше. Чем больше, тем вкуснее. Ну, как бы тоже в пределах разумного. Вот. Немножко затем водички подливается в горшочек и ставится на час, может, полтора, на томление в духовку. Получается, пока кости не развалятся. То есть прошло полтора часа. Вот. Рыба разварилась до костей. Кости вот аппетитно выглядит, аромат. Очень вкусно. Получились такие, как консервы, бучки в томате. Ну, а дальше вы знаете, что с ними делать.